Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами послушаем сказку, которая называется «Лесные Олимпийские игры». Эта сказка была написана писательницей Доброхотовой Алиной в 13 лет. Как-то раз услышала сорока от людей про Олимпийские игры и рассказала лесным обитателям, и решили они устроить свои Олимпийские игры. Много лесного народа собралось на эти игры, а участвовать все боялись. И вот лиса, дикие коты, заяц, волк и медведь решили попробовать. Составили лесные звери график соревнований, куда вошли такие виды спорта, как бег с препятствиями, плавание, прыжки в длину и борьба. Над котами все стали смеяться, когда они решили участвовать, потому что думали, что коты не умеют драться, плавать, быстро бегать и далеко прыгать. Тогда коты решили доказать, что они не хуже других лесных обитателей. И вот на большой поляне предводители пяти племен диких котов стали решать, из какого племени кот пойдет на состязание. «Речное племя пойдет, потому что мы единственные в лесу плавать умеем», – сказала утренняя звезда. «А мы бегаем быстрее», – зашипел Быстрозвезд. «Небесные коты лучше прыгают», – возразил Лунозвезд. «Ладно, тогда пусть они и идут, никто так прыгать не умеет», – нехотя согласился Быстрозвезд. «Напарник будет из речного племени», – сказала вечерняя звезда. «Небесное племя очень хорошо для этого подходит», вступила в разговор лесная звезда. «Тогда ладно, будем учить их плавать», согласилась утренняя звезда. «Можем начать сегодня же», мяукнула лесная звезда. И вот начались Олимпийские игры. Пес объявил: «Мы начинаем Олимпийские игры. Сегодня у нас бег с препятствиями. На первой дорожке медведь, на второй лиса, на третьей волк, на четвертой кот и на пятой заяц. Объясняю правила: не толкаться, не кусаться, не царапаться и не хитрить. Вы должны пробежать от большого дуба до конца леса и обратно, перепрыгивая через бревна и пни, пролезая под кустами». Приготовили звери бежать. «На старт! Внимание! Марш!» Вперед вырвался кот. Огромными скачками он перепрыгивал через бревна и проползал под кустами. Заяц не мог перепрыгивать через бревна, поэтому ему приходилось оббегать их. А когда прыгал через кусты, цеплялся за колючки и застревал. Волк не мог перепрыгнуть кусты и тем более пролезть под ними. Ему приходилось оббегать их. Медведь кое-как перелезал через бревна, а через кусты вообще медленно проламывался. Лиса же решила схитрить. Своих подруг по дороге расставила. И когда все побежали, она чуть-чуть пробежала и остановилась. Кот первый заметил неладное и остановился недалеко от лисы, которая стояла на окраине леса. Дождался кот остальных и говорит: «Смотрите-ка, сидит, нас дожидается. Наверное, жульничала лиса. Косой, сбегай-ка назад, посмотри, там ли наша лисонька?» Убежал заяц, а остальные думать стали, как проучить лису. «Давайте ей веточку вручим», – предложил медведь. «А у настоящей лисоньки спросим, куда ее подевала?» Все с медведем согласились. В это время заяц прибежал и сообщил, что лиса стоит около большого пня. Вышел кот из-за кустов с веткой в зубах и дает лисе: «Возьми-ка, лисонька, это тебе на венок победителя», – сказали кот, волк, заяц и медведь, и убежали. Все побежали к финишу, не обращая внимания на лис, а когда вышли на финишную прямую, лиса уже добегала до большого дуба. Вторым финишную черту пересек кот и сказал лисе: «Ах ты, плутовка, обмануть нас решила!»
«Чего ты взял, что я обманываю?» – в недоумении спросила лиса. «А веточки, которые тебе дали, куда дело?» – спросил запыхавшийся волк. «Какие веточки?» – удивилась лиса. «Помнишь, на опушке леса тебе веточки дали?» – сказал подбежавший заяц. «Ах, да вспомнила, мне медведь дал комаров отгонять!» – выкручивается лиса. «Нет, тебе мы все давали веточки не комаров отгонять, а на венок победителя!» – воскликнул подоспевший медведь. «Сжульничала ты, лиса, не заслужила первой быть!» – сказал пес и возложил венок победителя коту на голову. «Следующие соревнования по плаванию состоятся завтра у каменной гряды», – объявил пес. Все участники и зрители разошлись по своим домам. Медведь и волк подумали: «Кот и заяц нам не соперники, зайцы плавать не умеют, а коты вообще воды боятся». А заяц совсем скис: «Я плавать не умею, все равно с котом на пару проиграем». Лиса также не видела соперников в зайце и коте и думала: «Все равно я место займу, ведь у меня в соперниках только волк и медведь». А коты не стали думать и переживать, а выбрали самого сильного воина из речного и небесного племен и весь оставшийся день готовились к соревнованиям. И вот наступил день соревнований по плаванию. Вышли участники на старт. Медведь неуклюже топчется на камне, еле-еле стоит на скользком валуне. Волку с лисой еще хуже, места на камне для четырех лап не хватает, да еще и скользко. Кот стоит спокойно и ждет сигнала. А заяц боится на камень залезть. Все удивляются, как кот может так спокойно стоять на мокром камне вблизи воды. Пес объявляет: «Вы должны доплыть до своих друзей и передать им эстафету. Будет два заплыва. Правила вы знаете». «На старт! Внимание! Марш!» Кот тут же бросился в воду и поплыл, оставив удивленных соперников позади. Когда к каменной гряде подплыл другой кот, участники опомнились и поплыли, а заяц так и не вошел в воду. Участники, сделав первый круг, заметили, что коты отдыхают на берегу, и прибавили ходу. Когда доплыли до финиша остальные участники, пес объявил, что вновь лидировали коты. «Следующее состязание – прыжки в длину. Приходите завтра на пустошь возле леса». Все участники и зрители разошлись по своим домам. Медведь и волк подумали: «Кот и заяц нам не соперники. Заяц далеко прыгать не умеет, так же, как и кот». «А заяц совсем скис. Я прыгать далеко не умею. Все равно с котом на пару проиграем». Лиса также не видела соперников в зайце и коте и подумала: «Все равно я место займу, ведь у меня в соперниках только волк и медведь». А коты весь оставшийся день готовились к прыжкам. И вот встретились соперники на пустоши и приготовились прыгать с места. «Чем дальше, тем лучше», – объявил пес. Кот скромно пристроился около деревьев. «Начнем с медведя», – сказал пес и подошел к нему. Медведь прыгнул на длину двух кошачьих хвостов. Лиса прыгнула на три кошачьих хвоста. Волк на три хвоста и два усика, а заяц всего на два мышиных хвостика. Подошла очередь кота. Он подпрыгнул высоко вверх, оттолкнулся от ветки и приземлился в двух лисьих хвостах от старта. Остальные участники стали возмущаться, что кот прыгал не по правилам. На это пес спокойно ответил, что в правилах не сказано об использовании деревьев, и возложил венок победителя на голову кота. «Встречаемся завтра на солнечных скалах!» Медведь думает: «Мне нечем беспокоиться, я и так самый сильный в лесу, победа будет моей!» Волк думает: «Я откажусь против медведя бороться, это безумие, он все равно меня победит!» А лиса решила схитрить.
Она тайно встретилась с медведем и волком. Одному пообещала мед с малиной принести, а другому козлятины, если помогут ей победить в борьбе. Медведь с волком согласились. Этот разговор подслушал еж и сообщил об этом псу. Пес решил, что лиса сразится с зайцем, волк с медведем, а уж потом с котом. Пес не сомневался, что кот будет действовать по правилам. Тем временем лиса пошла к котам и увидела, что они тренируются, и сказала: «Все тренируетесь? А медведя вам все равно не одолеть!» «Это мы еще посмотрим», – грозно сказал львиный рык. «Ой, напугал-то как! Да ладно, я к вам по делу пришла!» – с насмешкой говорит лиса. «А какое у тебя дело?» «Что вы хотите, чтобы проиграть мне?» – серьезно спросила лиса. Коты дружно рассмеялись. «Ты не сможешь дать нам то, что мы хотим. Львиный рык – это неплохой шанс потренироваться!» Прохихикали воители и напали на плутовку. Лиса еле лапу унесла. На следующий день к солнечным скалам подошли все участники. Пес объявил порядок соревнований. Борьба началась. Лиса обыграла трех участников. Вот пришел черед сразиться с котом. Все ждали этого боя. Кот, ловко перехитрив лису, проскочил под ее лапами, попутно причесав ей живот. Вскочил сзади на спину и стал драть ее когтями. Все это проделывалось так быстро и ловко, что лиса не успевала понять, где находится соперник. Таким образом, кот одержал блестящую победу и на этот раз. Он стал абсолютным победителем лесной олимпиады. Участники спортивных состязаний поняли, что если тренироваться и не жульничать, то вполне можно выиграть. А зрители поняли, что не надо смеяться над тем, кто хочет участвовать, ведь он может выиграть и стать победителем. Так коты доказали, что они во многом могут преуспеть. Недаром говорится, что хорошо смеется тот, кто смеется последний.